Теперь лечение рака молочной железы в Казахстане станет менее травматичным и более эффективным. В СНГ такие операции проводились только в России, а теперь они стали доступны и в Казахстане. Уже в следующем году их планируют выполнять в рамках бесплатной медицинской помощи. Сама процедура называется поиск сторожевого лимфатического узла, то в момент операции, операция начинается именно с, так скажем, удаления этого лимфатического узла и экспресс-биопсии, экспресс-гистологии во время операции. Если лимфатический узел не поражен, то на этом заканчивается операция. Раньше проводили сразу удаление всех лимфоузлов, которые могут быть поражены, а могут быть нет. И, соответственно, больше было осложнений, отеки, болевые ощущения. Соответственно, ухудшалось качество жизни пациентов. А в данном случае это щадящая операция. И, соответственно, пациент лучше себя чувствует, быстрее выписывается и приступает к активной жизни.